Ребят, всем приветик, это Сергей. Сегодня очередной день отпуска, и мы находимся в городе Дестин, центральная набережная для отдыха. Вот это мост, который соединяет материк с островом. Тот остров, остров Окалуса, где мы отдыхаем. И вот сейчас мы на набережной, я пробегусь. Мне самому интересно, что здесь сейчас происходит, какая активность. Пробегусь, посмотрю. Вот это сам Harbor Walk, центральное место. Ну давайте, пойдемте. Ресторанчики все забиты, людей много. Вот очередной корабль пошел на, видимо, закат. Встречается 100%. Южная звезда. Чайки. Катамаранчики прогулочные. Здесь стоят по правую сторону одни рыбацкие яхты, которые с утра все уходят по полностью забитые людьми. Ну, все эти лодки заняты, уходят на рыбалку. В этот раз я решил на рыбалку не ездить, немножко отдохнуть, побыть побольше на пляжике. Вот, в следующий раз, в следующем году. Рыбацкая шхуна. Прикиньте, ну там на раз, два, три, на самом верхушке управление идет яхты. А это мой корабль, на котором я уже раза три ходил на рыбалку. Вот он родной, я его узнал. Вольф Бриз. Здесь уже частная яхта стоит с правой стороны. Это красавец, конечно. Три движка, такое открытое заднее пространство. Класс. А это место для ремонта. Вот их здесь на сушу выгоняют с помощью большого лифта. И вот их ремонтируют. Красят и чистят днища. Другой мелкий ремонт делают. Вот этот громадный лифт. И вот с правой стороны, вот отсюда, их затаскивают на ремонт. Готовятся к живой музыке. Трамп 2020. Море лодок. Здесь вот залив, а напротив там тоже лодки стоят и частные, ну и дома, и отели. Там тоже классно. Попробую поехать туда на днях, посмотреть, что там происходит. Пеликанчик. Здорово, братишка. Еще одна здесь гуляет, цапля местная. О, это у них заправка здесь. Да, вот домик для сервиса, и вот у них дизель. Привет. Ля, раз я зашел на корабль. Ресторанчик, который усыплен полностью долларами. Они везде тут, на потолке, на стойках. Если денег не хватает, можно сверху взять. Ребят, весь ресторан усыпан долларами. Ребят, гляньте, какие крючки. Эти лодки приходят, когда с рыбалки. Вот на эти крючки вешается рыба.
И вот специально они здесь, на этом столе, ее обрабатывают. Здесь вот каждый дек, где стоит, делает освещение, это своя фирма. Здесь их громадное количество. Вся информация, куда ехать, зачем, кто капитан, номера телефонов. В общем, рыбалка в разных направлениях идет. Очередная прогулочная яхта возвращается в порт назначения. Магазин, он даже летом открыт. Все, ребят, пора ехать домой. Вечереет, громадная очередь, пробка. Очередь на выезд. Так что сейчас еще здесь буду стоять минут 20-30.